Для тех, кто пропустил, я посмотрел старый анонс XCOM. Был у меня... Да хорош. Ваш канал на 100 рублей и сообщает, да. Как XCOM. Опять XCOM? Ну почему да. XCOM? Так я ж объясняю. Что тебе дарит за это прохождение? Ничего не дарят. Миша. Ну, машину. Нет. Недвижимость. Нет. Водород? Нет, водород? Такая интонация в конце. Никто ничего не дарит. Просто я на Good Game увидел новость. Кидаю ссылочку на новость. Вот. В новости значится, что модификация Long War... War of the Chosen для XCOM вышла в бету. Точнее, не в бету. Она уже релизнулась, короче говоря. Первая версия. Элояр, повторюсь, скинул паки персонажей. Сегодня моя задача в первую очередь настроить все. Наверняка мне подскажут по поводу модов, подскажут по поводу всякой вот еще мелочевки. Вот. Ну и попробовать стартануть, посмотреть, как зайдет, не зайдет. Ставим легенду. Я думаю, не стоит терминатора ставить вначале, потому что, ну, как можно вообще без сейвов пройти, считайте, незнакомую игру с незнакомыми аддонами? Ладно, терминатор ставим, поехали. То есть без сейвов. Что? Михаил, не надо. Начинаем с Новгорода, туннели под городом Новгород. Первая миссия, так совпало. И знакомимся с... вспоминаем вообще базу. О, я вижу братка, я узнал братка. Это же браток. У нас маскировка. Да, браток, Павел Кузнецов. Я помню героев XCOM'а. Блин, это ж, блин, на 2 месяца трансляции. Мисс Юрдин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Главный сектоид. Инициация при помощи Гренки, видимо, намечается. Насколько я помню, самая такая толковая инициация, это когда они подходят на твой овер. То есть они когда к тебе подходят... А ты на овере. То есть они заканчивают свой ход, а ты начинаешь свой. Ты сейчас, несмотря на наличие овера, пока мы находимся в инвизе... Да, и они идут ко мне. Могут дойти. Не знаю, сколько им нужно. А, сейчас начнется, не все у меня на овере и... Да, подходит. Погнали. Работаем, ребят. О, минус один, сразу лутецкий. Ой, тут еще лут есть. Мажем вплотную. Ну как так? 2 промаха, алло. Еще. Попадение, хорошо, четверка. Две единички. Гранатометчик направо и... Еще сверху стреляет Элисориус. Попадает, убивает сразу, молодец. Ну что, нормальное начало, я считаю. А вот и выходит следующий. Сразу овер. Ну, мажем, конечно же. Там есть командир. Дрон. Побежали. Постреляем. Есть один выстрел. Офицер очень битый. Царапина. Еще. Один минус. Еще минус офицер. Классно, еще лут. Так, эта колонна, кажется, не простреливается. И он сразу стреляет. А вот это я не... Промах. Неудачник. Пытаемся добить Локичем. Локич попадает, лут падает. Это был убит сектоид. Зомбарь минус. Изи. Первая миссия с первого трая. Что? Да мы пройдем ее без проблем, эту игру. Да! Metal Flex, привет! Оценка безупречна, ребята. Но если кто-нибудь будет говорить, что Майкер не очень, просто посмотрите на оценку. Это объективная оценка. И Авемария. Штурмовик. С оглушением сразу. Выстрел с дугомета доступен сразу. Способный оглушить цель. Ну и run and gun, конечно же. Ё-моё, ребята, как же много всего сразу сходу. И взаимосвязь еще. Ледоколыч. Во-первых, давайте посмотрим, какие бойцы у нас в целом есть. Ну, те, которые поднялись, это понятно. Аспирант еще, Сокол, Димага, Титан, БСП, Алиса, чат-бот который. Анклавушка даже есть. А тем Анклава живет на Гудгейме. Бесса, Шкода которая. Дмитрий Михайлов, конечно же, Петр, Окспер. Кстати, все эти люди, несмотря на то, что 4 года прошло, все они заходят на сайт и активно Тейка стримит. Мун, мы смотрим, Слон, Слона давно не было. И все? Ой. Так, ну что ж, тут явно не все. Ледоколочек как минимум нет, но мы исправим эту ситуацию, лед.
Обязательно. Сопротивление пытается еще что-то сделать гораздо более скромными силами. У нас нет баз по всему миру. У нас есть просто корабль. Да, получается. Нет, подождите. У нас подземная база. У нас подземная база. Или это корабль? Я не помню. Это корабль, друзья. Мы огромный корабль, который летает по миру, и в котором есть вот как раз те самые отсеки, ну, как будто из первой части. Может быть, неправда, неправильно, но деньги у меня есть. Может быть, мы кого-то... Черный рынок. Смотрим, что есть. Ученый-инженер не хватает. Ой, какие дорогие. Но есть специалист. Но это... Сплавы, взлом, гиперчувствительные зрачки. На ученого как раз, да, хватит? Давай ученого. И время исследования уменьшено на 33%. Первые ученые самые ценные. Какие здесь сразу интерфейсные новшества? Этого не было в оригинальной игре. Здесь сразу отображаются пушки, сразу отображаются моды и какие-то характеристики. Это Will, видимо, количество ХП, роли. Да, браток. Браток здесь. Unequip. Произведение. Switch View. Собрать отряд автоматически. Ожидаемая активность чрезвычайная. 34-36. Мы еще же можем здесь уменьшить размер отряда для того, чтобы уменьшить время проникновения. ЕПРСТ, точно. Тут же нужно будет правильно формировать еще отряд, чтобы не брать слишком много народу для того, чтобы... Ребята, я все забыл. Я все забыл. Просто все забыл. Минимальная 7-9, погнали. И мне не обязательно лететь на эту миссию. То есть я могу, в принципе, самолетом... Ладно, все, спокойно. 7-9. 7-9. Вот это, конечно, игра. Напихали. Нас четверо, и их в два раза больше. С Богом. Мы начинаем в скрытности. Помним, что Лисориус уже может занять верхотуру. Скрытность, алло! Ага. Три человека. Стоп! Подкрепление? Несколько сторонников сопротивления были схвачены во время зачистки и удерживаются в камерах. Или это эвак? У меня 22 хода на эвакуацию. Вызвал спецтехнику для транспортировки повстанцев в неустановленное место. Поэтому время на то, чтобы проникнуть в тюрьму и спасти наших людей, ограничено. Если мы сможем быстро обеспечить безопасность, они... Так, задание на время, да? И здесь будут, кажется, появляться враги. Вот это вот внимание, это кажется... Кажется, на следующий ход или через ход будет... Придет к нам враг. Твою же шметь. Ой-ой. Так, у нас есть ракета, ракетомет. Отклонение! Нет! Только не отклонение. Блин. Кажется, подкрепа будет после того, как я выйду из сумрака. Да ведь? Если я правильно помню, оно так работает. Стараемся не подходить. Подкрепление в ближайшее время. Ой-ой-ой. То есть все-таки подкрепа идет по ходам. Врагов тройка еще. То есть подкрепа без привязки. Да, она сейчас должна падать. Не падает. Hands down! Извините. Бах. Добыча уничтожена. Погнали. Сейчас два пака спулим. Этот и слева, который. Да. Ну что у нас? 98. 63. Выстрел снайперки. Раз. Блин, мне кажется, я зря так делаю. У нас есть сопресс. Два раза можем выстрелить, но хватит ли этого? Есть ли там люди вообще еще какие-то? Ладно, поехали. Что мы ссым, правильно? Погнали. Ой, дурак. Давай. Что так слабенько? Ты чего?
Еще, с критом. Да ё-моё! Чё, поиграно получается, да? Это уходит. Меня здесь не флангует, но может... Что это такое? Паника, контроль, что это? Дезориентация. Беда. Хорошо, этот не флангует. Что делает? Стреляет. Попадает. Этот под сопрессом не должен... Да как? 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 Вылетает дрон. Агрет. А, нет! Тут еще взламывать нужно. Тут без специалиста не пройти, что ли? Что? Серьезно? Я не могу открыть двери. А, у меня же есть эти вот взрывчатка, помните, которые... Черт, мне нужно думать, как уже... Капец. А сколько мы били? Раз, два... Три, четыре, пять, шесть. Их семь, девять. Еще будут люди, как минимум. Как же мне спрятаться-то здесь? О, нет! Еще пачка из трех человек. Что там, дезориентация, что он? Дезориентация. Ну, это жопа, друзья. Короче, я уже этот все, я гуф. Я не могу. Браток дезориентирован. А, на мне все еще дезориентация. Вот это фейл. Фален, подчеркивание, Темплар, поддержал ваш канал, настроение и сообщает. Минус, короче, чувак. Она же... Ну, здесь мы прощаемся, в общем, с солдатом. По-любому. И под крепо еще летит. Этого не хватало. Ну, слушайте, я познакомился с дезориентациями, с этими, с всякими штуками. Сейчас прощаемся с отрядом. Сейчас будет минимум минус один, это раз. Подкрепа приходит где-то ходов через 10 только. Был 22, сейчас 12. То есть подкрепа пугаться не стоило. Здесь, естественно, стоило... Не стоило бежать вперед вот этим товарищам. Я рассчитывал на крит. А на самом деле здесь же нет гарантированного крита с фланга. Как в первой части, как в XCOM. Я-то думал, добегу, два раза выстрелю, одного товарища заберу, все, профит. Но не тут-то было. Ракета отклонилась очень хорошо. Настолько хорошо, что достала дальше, чем я думал. И это, собственно, было причиной, главной причиной. Ну, две таких хорошие причины. Вот, что еще? На такие миссии надо отправлять товарищи. Ну, погнали. Главное меню. Начинаем сначала. О, это что? У нас новые люди, кстати. Собираемся. Брюс, Игорь Андреевич. Петр, 74 рус. Зероэль. Вот он. На задании храмовники накапливают концентрацию за счет уничтожения бойцов противника с помощью разрыва. Каждая единица концентрации повышает боевую эффективность храмовника, сказываясь на его мобильности, уклонении и уроне от разрыва. Также концентрацию можно тратить на мощные способности, эффективность которых повышается вместе с увеличением уровня концентрации. Там тоже такая, блин, механика. One for all. Providing high cover to... Что? Он со щитом. Раньше у храмовника не было щита, насколько я помню. Ладно. Кого-то еще заметили? А чё вас так много? О, бочка, наш друг. Эту штуку можно и нужно взрывать. Смотрим, как они будут идти. Кто-то должен... А, это целый пак из четырех человек. То есть еще где-то третий. Довольно жирная группа врагов. Увы. Ну, с богом. Кажется, сейчас меня фланговать будет. Похоже, что вот этот фланганет. Идут очень близко уже. Подходят очень близко. Но нет, пока не обошли. Две клетки не хватило. И эти идут. Блин, серьезно. Сейчас вся карта спулится. Погнали. Сейчас вся карта побежит. Гоу. Работаем! Минус один. Минус два. Минус три. Дрон остался только. Офигеть, постреляли. Ну почему это... Сейчас еще два пака справа сагрится.
Ну, расстреляли просто шикарно. Не орите, нормально все. Сектоид побежал, здесь дерево. Все нужно гренки кидать. Они довольно кучно встали, это отлично. И наш ход. Есть! Есть! И музыка такая, играет, классная. Вот как-нибудь по флангу. Да давай, нормально все будет. Флангуем раз. Работаем. 7-4. Дмитрий Мирчук, мой старший брат. 2 года разница, 82-й год рождения. Изи, раз. Лут не потерян. Димон, хорош. Еще одну гренку кидаем на дальнего. Потому что ближний дезориентированный, дальний работает полноценно. Отлично. Собираем лут. Ради этого пришел глушитель. Еее, критулечка родная. Инженер Адвента. И еще один крит. Подбираем. Врываюсь в этого. Классно вырывается. Внимательность. Мне ее не хватает. Вроде я весь лут подобрал. Давайте попробуем взорвать его просто. Бах. Как же красиво. Остается один сектоид. Да, и у Петра тоже нет уровня, поэтому стреляем, убиваем. И Лутецкий, 4-й с первой миссии. Подбираем, молодцы. Легкое ранение. В прошлый раз было почище. Возвращаемся. Вот чувствуется, что над модом работали долго. Вот буквально несколько лет работали над Лонгвором. Потому что я посмотрел анонс. Кажется, был 2018 год. Анонс XCOM 2. Это было так давно. Это было сотни лет назад. Это Майкер полетел. Красава! Из зачета не видно инфомиссии. Это тоже после поправим. Начинаем проникновение и здесь. Только здесь надо уже ускорить проникновение сразу. Ну, можно сразу, можно не сразу. Лучше сразу. Ой, лучше не сразу, конечно. А можем увеличить отряд и сделать ускорение? Ладно, не надо. Начинай операцию. Внимание, подкрепление. Двадцать два хода до эвака. Че, погнали? А, тут мирные же еще, господи, бесячие мирные, которые, на которых можно наступить просто внезапно и все, и пытаемся словить на овере. Погнали. Они точно сейчас шагнут, две клетки, и начнется стрельба беспорядочная. Нет? Да, вроде. Нет? Нет. Да, погнали. Оп, побежали. И минус один. По дрону, к сожалению, стреляем. Он танкует очень хорошо. Броня поглощает половину урона, но стреляет еще по... Отлично, по офицеру. Попадание 4. И наш ход обнаружен. Ниндзю обнаружили. Забыл я, что не надо его подводить так. Ладно, здесь врываемся на офицера Адвента. Заряжаемся. Раз. Шух. Ну это Шимида, ребят. Концентрация полная. Но у тебя сейчас активных противников нет, зоны невидимости, можно попробовать. Можно. Давайте попробуем. Привет, небеляк. Криво-перевод, там же отдача написана отдельно, какой она будет. Не дотянули. Неудачный взлом повышает защиту мобильности противника. Спасибо за совет большое, 24 hours net. Капец. Вот они, советчики. Не игравшие, но советующие. Да, а вот и враги. Командир и один обычный. А сколько мы убили? Сколько мы убили? Здесь раз, два, три. То есть командир, дрон и обычный, может даже 4. Ну, раз, два, три. Здесь 5, 6, 7. 8, 9, 10. Обещали 7, 9.
Нормально, если других паков нет, то хорошее место. Full cover. И нас пока не видно здесь. Открывает, бежит вперед. И что? Метка. Метка нормально, нормально, нормально. Этот здесь видит хэвиком под full cover'ом. Промах хорошо. Их двое все, нет, трое. И дрон. Сюда напрашивается гренком. Из ориентации. Нет, просто выстрел с промахом. Окей, нормально. Вообще здесь лучше гренку кинуть. Так как наша задача в том числе скинуть армор у... Кидаем гранату так. Скинуть армор у дрона. Хорошо. Разрыв сработал. Соответственно, нам будет проще его убить. Тут метка. По дрону Адвента или по офицеру Адвента. Офицер... Офицера сложнее по нему попасть обычным, поэтому... убиваем его. Лазерный прицел. Расширенный магаз. Через два хода ориентировочно у нас будет подкрепление. Ну, точнее, не у нас, а у них будет подкрепом. Я должен подходить, уже спасать народ. Причем здесь, наверное, имеет смысл попробовать сделать взлом. Вот он, взлом. Специалист может открыть, получив еще бонус при этом. Нет эффекта, нет эффекта. Ну, давайте получить небольшой запас сплавов. 64%. Есть, дотягиваемся. Yes! Сколько-то сплавов получили. И освободили наших. Но у нас еще процесс эвакуации. Не забываем. Израиль подходит для того, чтобы на следующий ход, по крайней мере, чаржнуться до врага. А леммингов я бы сразу начал уводить. Прям сразу. Бегу на эвак, но сейчас должны появиться, если мы вспомним прошлую миссию. Да, они прилетают. Причем прилетают и сразу показывают, кто прилетает, какой состав. Вот те люди, которые вылетают, это ж на движке игры. Два обычных пехотинца, даже без офицеров. Два обычных, это же вообще... Изявые гуси, это же щеглы. Щеглы прилетели, ребят. И прям на меня. Давай, беги, спасайся, кто может. Минус один. Так, по второму промазали. Да, я понял тебя. Все нормально. Не, давайте я лучше зелка прокачаю. Это наш... Вот этот товарищ, он уникальный, насколько я понимаю. То есть он может быть, типа, только один на миссии или что-то в этом роде. Так что... Хотя, может, уже это 100 раз поменялось. Эвакуирую мелкого. И... Сейчас прилетят. Кажется, потом они открывались постепенно. Здесь народу побольше. И гранатометчик, и пехотинец. Мы, конечно, постреляем. Но как-то не очень. Во-первых, точно. Во-вторых... А пули что может пройти и пострелять? За это же опыт наверняка дают. О, еще подкрепа. Слушайте, зря я, наверное, так остался здесь. Что это такое? Я же здесь не убью их никак. Мне валить надо. Валить надо. Каждый ход подкрепа. Алло. Держись, ребята. Ходик. Максимум два. Ходик. Там один фланг будет, овер. Хотя нет, это фул кавер. Попал все равно, тварь. Дрон будет стрелять. Вот это вот опасный момент. Дезориентация, удар. Там нет брони. Оглушение нет. Нет. Нет, 4 хода. Да, ну вывод какой. Надо просто было бежать. Просто бежать. Все еще истекает кровью. Можно подойти, взять. Но я тогда умру. Брат, прости. В следующем трае я тебя обязательно спасу. I'm leaving.
Офигеть. XCOM жив. Победа за XCOM, победа за землей. 17 киллов. Но мы будем помнить нашего старшего брата Дмитрия. Он был руководителем небольшой айтишной компании в Белгороде, но когда пришла беда, он взял гранатомет и пошел. Прикрывал там, сопрессил, помогал ребятам. Но очень быстро закончилась его история. Да, увековечить. Ну, чисто мой брат, ребят. Так, случайно. Во, ты обретешь бессмертие в наших сердцах, брат. Press F to pay respect, ребят. На этой миссии у нас тоже не очень большое количество бойцов. Кажется, плюс один или плюс два от... Из опытных только снайпер и... Не помню кто. Мэда получим. Да, инженер к нам присоединится. Ой, поезд. Освободите ВИПа из транспортного средства Адвента. Это особый тип миссии. Инженеры, ученые находятся вот в таких транспортных средствах, таких бронированных машинах, которые... Блин, точно, сюда нужно тоже специалистов брать. Ладно, я вижу Майкера. Я вижу Тейку, кажется, в оранжевом. Я помню, что был какой-то снайпер у нас здесь. Ага, и ВАК сразу за... Это очень хорошо. Я помню этот тип миссии. Наша задача — дойти до машинки, желательно не быть спуленными при этом. И хватануть ВИПа, и сразу на ИВАК. Увидят, могут увидеть, могут увидеть. Да, пошла жара! Работаем, ребят! Работаем. 4. Есть, минус один. Отличное попадание. Мимо. Еще. Ай, один хит оставили дрону. И правые сейчас разбегаются. Оверов у меня нет. Хорошо, здесь гренка. Работаем. Не гренка. Тейком. Берет первую цель. Ай, Тейчка. Пробуем этого добить соколиком с прицеливанием. Ну, сокол, ну ё-моё! Ну, он должен дернуться, у меня два овервотча, но как бы это не верняк вообще. Он побежал, два овера. Есть. Бу, красава. Новый пак, дрон, летит. Инициация только сейчас, он действует только на полхода. Нет. Как? Да как? Подожди. Тейка уходит за укрытие. Ну и время молиться. Двое дезориентированных, дрон действует более-менее полноценно. Здесь полуукрытие, Майкер держится. Overwatch. Фланг. Ой, сейчас могут оглушить. Ой, не-не-не-не, Титана. Оглушение. Дезориентация снята, хорошо. Так, здесь у нас фланг. Сокращаем раз. А там Overwatch, дурак. Блин, дебила, кусок. Снимает, правда, только броню, 80%. Возможно, сделать метку, но это не точно. Ну, дроп нужен, лут нужен. Сокол поднимает. Персональный боевой модуль подвижность, добавление мобильности. И здесь тоже надо как бы модуль собрать, по идее. Все, подкреплен на подходе. Так, а как мне доставать-то его оттуда? Перезарядка нет! Так, вип приходит в себя. Вип выбегает сразу на ИВАК. Это Мэдисон. Илюха, беги! Возвращайся на Гудгейм. Мы все простим. Простим тебе вот эти вот на Твиче прогибы. Примирение с совестью за деньги. Эх, Мэдисон. Тяжело, конечно, тяжело тебе. Сейчас мы тут все станцуем. И прилетает подкрепа. Господи, у меня там оглушенный. Еще один дрон летит.
Какая же эпичная все-таки игра. И это просто, это самый разогрев. А эти уже на респе, гады. Ну все, друзья. На это последняя миссия. Я пытаюсь эвакуироваться. Но все равно мы растянулись. Видите, как плохо. Очень плохо растянулись. Ну, что можно сказать? Игра, конечно, позабыта. Не, я в этом трае продолжать, естественно, не буду. Надо это поисправлять, базовые ошибки. Уже мы двух оперативников, двух братьев, понимаете? Двух мерчуков мы потеряли. Это же элита, блин. Я без бобра не смогу затащить. А что, посмотрим? Я обмозгую все. Но, скорее всего, продолжим. Пишите, звоните. Microsoft.goodgame.ru. Если будут там советы какие-нибудь, там модификации, там полезные, типа на точность, наверняка кто-то соберется, напишет. Спасибо вам за информацию, я перед следующей трансляцией попытаюсь настроить. Вот, для тех, кто пропустил, мы сегодня такой брифинг провели. Это даже можно не считать первой частью, это такое введение своеобразное. Вспомнили, что такое XCOM 2 базово, как он выглядит, как он звучит, что нас приблизительно ждет. В общем, спасибо Элояру за персонажей. Надеюсь, что наши ряды пополнятся новыми бойцами из реального мира. Ну а на связи был Чумандер. Вы же помните, мы спасаем мир.